Dai coro di voli, dai coro di voli. 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 Говори, 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 говори. Однажды Прабхупад сказал мне, что есть служение и что есть карма, чтобы произвести на меня должное впечатление. Он сказал мне, если саду сказал, дал указание, принеси цветок, а потом сказал, принеси воды. Если ты заявляешь, возьмите цветок, ведь вы уже дали это указание, то вы навязываете свою волю ему. То указание, которое было дано первым, затем было дано другое указание, принеси мне воды, если ты заявляешь. Но ведь вы дали указание принести цветок, пожалуйста, примите его. То, если вы навязываете ему его прошлое желание, навязываете ему, то будет карма. Он свободен. Он сказал что-то, он выразил желание, но затем он отверг это желание, отказался от него. Следовать прошлому будет кармой. Всегда в настроении ожидания, ожидания последнего указания, нового указания. На поле битвы генерал приказывает армии, идите в эту сторону. Затем он смотрит в подзорную трубу, видит, что обстоятельства изменились, и говорит, нет, нет, идите в ту сторону. Неужели солдаты скажут ему, но ведь вы дали указание двигаться в том направлении? Это немыслимо. Он свободен, всегда свободен. Гурудев или саду, его указания следует воспринимать так. Я не должен быть привержен тому, что он сказал в прошлом. Это живое явление и независимое. Шульц спросил у нашего гуру Махараджа, он попросил, я хотел бы получить план действий хотя бы на неделю вперед. На что Гуру Махарадж ответил, я получил это указание 5 минут тому назад, как я могу составить для вас список на неделю заранее. Таким образом, мы имеем дело не с мертвым явлением. Конечно, для начинающих это затруднительно. Например, если мальчика учат писать буквы, азбуки, это определенная стадия, азбука. И ему говорят, пиши А, Б, В. Но затем ему постепенно открывают что-то новое и новое. Ему говорят, пиши диктант. И на этой стадии переписывание буквы алфавита не будет эффективным, является неуместным. Когда человек соприкасается с живым явлением, то он будет всегда пребывать в духе ожидания. Он будет ждать последнего указания. Последнее указание поступает, и мы следуем ему. Быть бдительным. Гуру Харибол, Гуру Харибол, Гуру Харибол,